Здоровья и благоденствия вам, друзья мои. С вами, как обычно, домашний дегустатор. Ну что ж, начались праздники. С Новым годом вас. С Новым годом, который принесет, надеюсь, добро и счастье. И закончатся все войны, нужные и ненужные нам. Хотя война не может быть нужной. Итак, сегодня порадую вас, ребятушки мои. Даже нашел рецептик. Белый русский. Значит, водочка 30 мл, кофейный ликер, любой ликер или фрюк и шульц. Ну, в данном случае я нашел кофе сливки. Обычный ликерчик такой. Жирные сливки. Сливки я тоже нашел. Лед в кубиках также есть. Водочка у нас будет коноплянка. Дозатором у нас будет такая вот прекрасная рюмушка. Она 30 мл. Я вам отвечаю. Так что давайте-ка, ребятушки, будем немножечко пробовать. Интересно. Открываем. Вообще, это коктейль, если углубиться экскурсом в историю, фигурирует в сериале «Большой Любовский». Любовский, где мои деньги? Любовский. Ава. 30 мл. Все без обмана. Далее. Далее у нас, конечно же, кофейный ликерчик. Нет у меня барной стопочки, чтобы разливать красиво. Будем по старинке. Кофейный ликерчик. Неплохой. 30 мл. Начисляем. И туда же. Вот. Окрасилось. Интересно. Так, сливки. Опять-таки 30 мл. Сливки 30 мл. Можете заметить. Ну, они 11%, но да бог с ними. Да бог с ними, как говорится. Туда же. Цвет получился замечательный, я считаю. Угу. Ну и кромсаем лед. Кромсаем лед, который у нас уже превратился практически в воду. Хотя нет, не совсем. Нет, хотя вот есть. Коктейль. Слышите, да? При звуке. Коктейль «Большой Любовский». Прошу любить и жаловать. Это оно. Это оно. Ребятушки, сегодня 2 января, как раз время для экспериментов. Ну, хотя белый русский — это не такой уж большой эксперимент, но зато один из любимейших моих коктейлей в барах. Если я прихожу и вижу черный белый русский, я беру его. Замечательный, простой коктейль, согласитесь. Всего хорошего вам, ребятушки. Все идет по плану, как говорится. Любите себя, маму, папу. Не забывайте ставить лайки.